Приветствую всех подписчиков гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре новый букс. Ну, для меня он новый. Во всяком разе, Доги ПТС-25. Регистрация здесь, друзья, наипростейшая. Логин, имейл, пароль. Капча. Вход по имейлу и паролю. После чего вы попадете... кабинет, почту я вроде не подтверждала. Но прежде чем зарабатывать, нужно вот сюда, вот в эту графу, прописать email-адрес от FaucetPay. Прописывайте email-адрес, кликайте на синенькую вкладочку, чтобы сохранить. Значит, здесь все довольно-таки просто. Вот это кран. Можете собирать. Видим тут криптомонет предостаточно. И ПТС. Вот эта верхняя вкладочка ПТС. Это короткие ссылки, по-моему. Или это кран. Значит, ПТС. Вот сюда кликаем. Значит, и что? ПТС, АДС, да. Ну, рекламки здесь достаточно. Так, 30 секунд и 15 секунд. Значит, кликайте VIF. И здесь вот эта криптомонета. Так. Здесь доход в USD. Значит, здесь кликайте на синюю вкладочку. А ниже уже показан баланс в криптомонетах. Выбираете любую криптомонету. Да? И зарабатывайте. Ну, что мы выберем? Давайте лайткоин. Так, лайткоин, подождите. О, так, вот она здесь. Вот лайткоин. Кликнула. И перебросила на страничку. Обратите внимание, в правом нижнем углу идет отсчет таймера. Вот здесь. И кликаем вот на эту зеленую галочку. Разгадываем капчу. Есть вот такая капча, а есть рекапча. Кликаем. Возвращаемся. Все. Вот такого количества лайткоинов прямо на кошелек FaucetPay отправились. В кабинете монет нету. Здесь нет накопительного баланса, нет минималки на вывод. Монеты идут прямо на FaucetPay. Перезагружаю страничку. Доги 25 Faucet, 455 лайткоинов, 14 ноября. Прибыли. Далее я здесь собирала 3x. Вот Доги 25. И Доги Коин я пробовала собирать. Это ПТС. Далее. Это дашборд. Здесь сразу у нас находится наша реферальная ссылочка на домашней страничке. Далее. Это уже кран. Доги Коин, Солану. Лайткоин. Давайте Solana соберем. Автоклейм, если мы работаем на коротких ссылках. А это просто. Здесь очень много рекламы на кране. Ну, как обычно. Вот. Видите, сразу перебрасывает. Я на пустое место сразу кликаю. Видим, да, сколько здесь рекламы. Поэтому я лучше на ПТС.
Так, ну давайте теперь капчу опять же таки. Ну вот. Я беру, ну, видим, да, сколько здесь рекламы. Да, это все закрыть. Ну вот что ты будешь делать? Это на крестик, и это на крестик. Разгадываем капчу. 7, 10, 4. 7, 10, 4. Клейм. И вот такое количество Солану. 417 монет отправилось на Faucet Pay. Окей. Но на кранах всегда так. Идет отсчет таймера. Вот. Я перезагружаю страничку. Пожалуйста, доги 25 Faucet. 417 Solana. 14 ноября. Прямо на Faucet Pay. Блин. Я вот... Закрываем. Иду на домашнюю страничку. Вот такой вот букс. Кому интересно, работайте. Зарабатывайте. Не интересно, пройдите мимо. На шортлинк я там вообще молчу. Я ее не люблю. Хотите, работайте. Не хотите, пройдите мимо. Всех благодарю за просмотр. Всем удачи, всем пока.